Всех приветствую на прохождение второй части симулятора нашего патологоанатома. Так, в прошлой серии мы остановились в том, что нам нужно было найти фотку и отослать, получается. Только я не понял, это либо сестра ее, либо подруга. Так, ну тут мы все осмотрели. В этой комнате тоже все осмотрели. Осталась только наша спальня. Так, что это такое? Элис, это портрет, никогда не любила. Угу. О, походу вот это вот фотография. Почти год прошел. Не, это не эта фотка. Значит, не эта фотка, а где-то да. Но я реально обыскал, получается, полностью все. Хотя музыка начала играть, значит, мы движемся с вами в правильном направлении, правильно понимаю? Можно даже все осмотреть. Ладно, давай еще раз осмотримся. Ну реально, я прошел и осмотрел полностью все. Так, хочется свалить бумаги и сжечь их. Не знаю, ребят, честно, тогда без понятия. Так, найти фото Элис и конверт. Блин, может на улице можно где-то его найти будет. Давай откроем, посмотрим. Может где-то тут оно есть. Так, зажигалка. Ладно. Угу. Элис что-то там постоянно здесь сидела и дымила, да? О, черт. Я оставил дверь открытой. Ладно, давай закроем дверь и спустимся вниз, не знаю, ну, других вариантов я тут не вижу найти фотографии. Возможно, где-то внизу будет. Так, что мы можем нажать? Третий, второй, подвал. Возможно, конечно, что-то не так делаю, но в доме я реально не нашел ни одной фотки. Так, ну это парковка должна быть. Давайте осмотримся. Так, ящички, замочки. Надеюсь, нам не надо будет головоломки тут решать. Угу, даже на улицу можно выйти. Прикольно. А вот это вот почтовый ящик, я так понимаю, надо будет сюда отправить. Но в доме его нету. Ладно, давай посмотрим, что тут есть. Это, в принципе, никуда не спешим, правильно я понимаю? Да, но дальше нас не пустят. Хорошо, давай на первый этаж сядем. Съездим на первый этаж, а потом вернемся в квартиру. Или давай поднимемся. Так, коляска, лифт, хорошо. Бонжур. Тут тоже ничего нету. Бля, какая. А ей эта фотка не подойдет? Ну вот мы и дома. Добро пожаловать домой. Хорошо, смотри, заходим. Заходим в ванную комнату. Здесь все не кликабельное. Все настолько грязное, аж противное. Потом помоюсь.
Идем налево. Так, быстро время летит. Хорошо, сюда мы пройти не можем. Шкаф закрытый. Эту фотографию мы уже смотрели с вами. Угу. Закрыть. Закрыть. Здесь тоже не отодвигается ничего. Так, коробка, вещи. Надо это все постирать. Здесь тоже ничего нету, да? Идем дальше. Книжная полка. Так, я не могу заставить себя выкинуть эти вещи. Хорошо. Вот мы берем фотографию. Поставили обратно. Блин, может, в шкатулке надо полностью все осмотреть. Что мы не осмотрели? Мы не осмотрели вот эти, да, сережки. Хорошо, деньги осмотрели. Ей подарили в первый рабочий день. И тот же день она его сломала. Сказала, что на удачу. Кольцо, тест на беременности. Закрываем. Вода в трубах, хорошо. Идем дальше смотреть. Так, фотка. Не то. Музыка меня в последнее время не вдохновляет. Берем фотку, смотрим. Нет. Тоже нет. Отходим. Здесь все закрыто. Так, воля к жизни у них сильнее, чем у меня. Это тоже не эта фотография. Ну все, и последняя фотка получается. Может, ее как надо как-то вытащить? Так, Элис бы сидела и читала книжку, да? Ну все, последняя фотка. Коробка, коробка, тумбочка, тумбочка. И холодильник. Все, ребят, вообще ничего нету. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я полностью все осмотрел. Где оно находится? Так, наверное, если в нее пойдет дождь. Ну, либо я что-то упускаю, либо я понять не могу. Так, что тут еще есть? Ну, это вещи, надо их постирать, хорошо. Ящички не отодвигаются. Ага. Вот. Эли Шарлотта в Амстердаме, да? Лето 75-го года. Вот, наконец-то. Все, есть. А теперь нужен конверт. Так, стоит отдать этот аппарат в Шарлотте. Все, наконец-то. Ладно, пора на работу. Я уже совсем опаздываю. Так, отнести письмо в почтовый ящик. Ну, это мы уже знаем. Надо будет взять кофе и аспирин по дороге.
Наконец-то. Все оказалось гораздо проще. Так, все. В подвал. Интересно, мы на работе сейчас будем то же самое тут делать, ну то есть все как было в первой серии или нет? Или не нужно будет проводить ту же самую операцию? Так, а вот и почтовый ящик. Надеюсь, это поможет Шарлотте. Okay. Ладно, тут больше делать нечего. Пора идти. А? Это что такое? Такси из машины отправится на работу. Окей. Черт, куртку забыл. Сегодня будем страдать, но что ж поделать. Не, ну в принципе можно было сходить за курткой, ну ладно. С вами наработки. Приятно и свежо. Ну, по крайней мере, спокойно здесь. Так, добрый вечер, мистер Ридли. Что ты сказал? Дзинь-дзинь. Так, зайти в кабинет. Ладно, идемте в кабинет. У некоторых трупов и то индивидуальности больше, чем у этого парня. О, господи. Кто-то думал составить окно открытым среди ноября. Что там на автоответчике? Привет, Джек. Я сегодня заехал чуть раньше. Оставил тело в коридоре у Ридли. Он тогда не сидел на своем обычном месте, так что, возможно, даже забросил тело в кабинет. Как ты? Сегодня твой первый день рождения без нее. У меня еще болит голова, и я бегу в уборную, как чертов соседский пес. Сегодня я снова вляпался в его дерьмо, гребаный комок шерсти. Вечно гадит около моей машины. В общем, не смог сегодня зайти к тебе, так что увидимся на выходных. Пока. Чуть не забыл. Утром мне звонила Шарлотта. Спрашивала тебе. Тебе стоит отвечать на звонки, Джек. И на этот раз что-то так. Когда же он научится себе смотреть под ноги? Согласен. Так, изучить кекс. А что за кекс? Ага. День рождения. Я забыл, что он уже сегодня. Элис, каждый день рождения пекла мне такие кексы. Оставлю на десерт. Мне всегда после вскрытия хочется сладкого. Ладно, шутки в сторону. Фартук, перчатки и к работе. Пошли. Так, найти фартук. Ага, это не то, да? Фартук. Блин, прикольно. Прикольно, но это не то, что нам нужно. Так, ну в кабинете я его не вижу.
Так, где у нас фортов? Алло. Угу, лампочка не работает. Здесь я ничего не вижу. И фортов я тоже не вижу. Ага, вот он. Ого, а я тебя помню. Я видел тебя на том шоу «Таланте». Как же тебя звали? Ага, сейчас мы, знаешь, будем эту подругу с вами разбирать, да? Найти защитные перчатки. Нужно заказать еще одну пару перчаток. Не забыть бы. В том-то и проблема. Так, установите камеру для записи лекции. Блин, опять лекция. Ладно, поехали. Стивен смеется надо мной за то, что я все записываю. Говорит, моя коллекция записей намного больше, чем у всех местных взятых маньяков. Так, 91 год, время 21:13. Вскрытие производит Джек Хэммен. Лекция для студентов. На вчерашней лекции вы узнали все подробности. Так что займемся закреплением материалов. С чего начать? Материалы дела, все правильно. Давай. Саманта Баркер. Помню. Думаю, этот случай будет обсуждать еще долго. Так, погибший обнаружил ее в доме полицейские. К ним обратилась беспокойная подруга Саманты, которая несколько дней не смогла связаться спокойной. В ходе допроса подруга погибшей заметила, что не могла справиться со славой после победы в известном шоу талантов. Неужели наглоталась таблеток? Так, погибшую нашли в ее квартире, и она находилась в кресле, полулежачем положением. Нашли еще пустые бутылки от алкоголя и пилюльки со снотворными. Так, первый альбом принес ей коммерческий успех, а дальше наступил творческий кризис. Она страдала от панических атак и сильных проблем со сном. Так, болела счастливой и расслабленной, хорошо. Так, давай узнаем, что же вышло в итоге. Как видите, тело полностью одето. Следовательно, прежде чем прийти к фотоматериалам, нужно снять всю одежду. В нашем случае одежда не предоставляет особого интереса. Однако, случается, что анализ ткани помогает выявить причину смерти. Оп, начнем. Отлично, теперь можно продолжить изучение тела. Так, нужно сделать снимки. Так, где наш фотоаппарат? Помните, у нас где-то тут фотик лежал? Ага, вот тут, да. Так что давайте фотографировать. Так, труп целиком, хорошо. Так, отойти. Вот так. Отлично. А дальше будем, как и в первой серии, отмечать все подозрительные раны на теле. Такие синяки не появляются от обычных ушибов. Угу. Руки. Костяшки для пальцев разбиты. Я неоднократно видел такое. Так, рука, да? Не? Ага, на шее, вот смотри. От веревки, да, походу? Любопытно. Слишком неравномерно. В этом стоит разобраться. Чё, мне кажется, что ее задушили. Так, угу. А здесь еще больше на ногах. Так, и последняя фоточка.
О, вот тут синяки. Так, нужно изучить их повнимательнее. Отлично. Начало работа. Провести вскрытие. Так, нажимаем, по-моему, Tab, да? Да, пора приступать к осмотру. Угу. Осмотрите все, что вызывает подозрение с помощью лупы. Да-да-да. Начнем с шеи. Так, некоторые борозды читались ярче, чем другие. Будто кто-то был не совсем уверен. Ну да, ее, по-моему, душили. Так, такие символы ставятся от сильных ударов. Или из-за проблем со здоровьем. Так, дальше. Руки. А вот еще кое-что интересное. Кожа погибшей покрыта многочисленными мозолями. Некоторые уже порвались, а остальные все еще осталась жидкость. Учитывая количество синяков, можно предположить, что погибшая боролась. Так, ноги, да, вроде. Еще мозоли. У нас еще есть несколько зацепок. Запишем. Так, давай писать. Так, вроде все хорошо. Взаимодействие, планшет, shift. I'll add barbiturates to the list of necessary tests. After examining the orb to be checked, examination with a UV lamp will dispel some doubts. Potential attackers could have left traces. Given the testimony of the victim's friend, I add alcohol poisoning to the list of potential causes. Так, возможно, причины смерти суицид, передозировка, вмешательство третьих лиц, алкоголь. Наверное, вмешательство третьих лиц все-таки. Так, смотрите, труп с помощью лампы. Где наша лампа? Вот лампа. Так, внимательно изучить тело. Позволит обнаружить любые следы. Так, на случай никаких отметок. Тоже вроде ничего. У полости головы все чисто. Ноги тоже ничего. Ах, ладно, значит ничего примечательного. Очень аккуратно возьмите нашу покойную за руку. Проверим наличие трупного окончания. Чек очинения. И снова рука свободно падает. После вчерашней лекции вы должны сами знать, что это означает. Начинаем внутренний осмотр. Так, нам нужен скальпель, если ошибаюсь, да. Ну? Все? Да, отлично. Так, и до сюда. Во. Сейчас надо будет к ребрам, да? Так, реберные кусачки. Все, посмотрим, что тут у нас. Или вероятнее, что у нас тут нету. Признаки внутренних включений отсутствуют. На теле есть синяки. Но не слишком много. Моя жена постоянно спотыкалась о мебель и дверные косяки. Чудом ни разу ничего не сломала. Прежде чем перейти к изучению других, я возьму образцы для токсикологического анализа. Она поможет
Алкоголь в крови. Так, где наш шприц? Вот наш шприц. Как в прошлый раз, надо будет сейчас, наверное, в центрифугу все отправить, да? Так, из мочевого пузыря. Так, готово. Так, нужно отнести образцы к центрифуге. 15, 70, 10. Моя старная верная центрифуга. Если вовремя вскрытия нужен анализ жидкости, никогда не подведет. По-моему, нам книжка нужна, если не ошибаюсь. Которая, помните, у нас была в кабинете. Ага, да, взять в кабинете записную книжку. Может, когда-нибудь я смогу работать без записи. Вот эта книжечка. Сейчас мы отправимся к центрифуге. Я сам не помню, когда у кого день рождения. Так, вставляем образцы, а потом нужно будет посмотреть, на какое количество. По-моему, 15 и 70, да? Да, 15 минут и 70. Вот. Так, не туда нажал. Так, 15 минут. И на 70. Все, поехали. Запускать центрифугу, посмотрим, какие будут результаты. Так, лаборатория уже открыта. Твою ж мать. Опять Ридли. Мистер Ридли. Где он? Пробки выбыло. Надо включить. Зараза, сам справлюсь. Блин. Тут же где-то фонарик должен быть. А, фонарик должен быть здесь или... Или где фонарик? Или у меня в кабинете? Мистер Ридли. Ладно. Я помню, где у нас щиток. А я-то не помню, а мне нужен фонарик. Мистер Ридли. Так, погоди, дай выйти. Так, проверьте предохранитель в хранилище. Это оно? Не, походу. Блин, ну тогда надо будет искать сейчас фонарик нам с вами. Так, гараж не открывается. Никаким образом. Нет, не открывается. А здесь у нас с вами тупик. Ага, вот оно, где находится. А как мне сюда попасть? Видите, подсвечивается. То есть возвращаемся назад. Хорошо. Прямо и направо. Да, тут бегать нельзя. Shift нажимаем. Наш персонаж не бежит. Заходим. Так, сюда, направо. Ага, вот иди. Так, сначала... Правый, потом левый. Вуаля. Так, шикарно. Что? Что это такое? Так, продолжить проведение вскрытия. Видишь? Что за... Да твою ж... Дайте поработать спокойно.
Джек Хэммон на проводе. Ты чего такой злой, дружище? Стив? Блин, прости. Это автоматическая... А, эта штука разваливается. Опять центрифуга пробки выбила. Ага. Когда-нибудь все взлетит на воздух, ты видишь. Не будь таким пессимистом. Ищи позитив. Не, не, это шуток сейчас, серьезно. Ладно, Джек, извини. Зачем я звоню? Вскрытие проводится. Нам скоро приедут журналисты. Хотим подготовиться. Через пару часов закончу. Как по мне, дело особо внимания не стоит. С моей стороны... стоит формально. Как твоя голова? Судя по голосу, получше, чем твоя. Джек, включи радио. Что? Что случилось? Тихо. Неподалеку от моста произошла автокатастрофа с участием полицейским. Так, на данный момент точно жертв неизвестно. Как неизвестно, удалось ли кому-нибудь из преступников сбежать. Масштабная катастрофа позволяет продолжить. На месте происшествия уже отправился наряд полиции для расследования. Many of them are very dangerous criminals. We will report on the matter on an ongoing basis, so stay tuned with us. Что? Ну? Был кровавый Пит, да? Там был кровавый Пит? Что если он выжил? Джек, мне пора. Меня ждут на месте. А что если он выжил? Мне пора, поговорим позже. Я так понимаю, вот этот вот кровавый Пит убил нашу жену, да? Спокойно, Джек. Таблетки. Нужно принять таблетки. Ты ведь сам слышал, Джек. Серьезная авария. Множество жертв. Он наверняка погиб. Короче, что в суть? Произошла авария, и половина, так понимаю, заключенных сбежали. И из них убийца жены, походу, нашел. Главного героя. Yes. Да. Все будет хорошо. Господи. Нужно вернуться к работе. Так, взять образцы из центрифуги, ладно? Что? Что-то мне подсказывает, походу тот челик выжил, да? Преступник. И мы, наверное, будем с ним сражаться. Так, технический перерыв. По крайней мере, я сегодня смогу устроиться уборщиком, если что. Твою ж мать. Падла испугала. Так, ну что, посмотрим. Так, дай сюда, дай сюда, дай сюда. Так, вот чудо, оно живое, да. Ну, в принципе, то же самое, как было и в первой серии, что отделилось. Образцы. Теперь их нужно отнести в лабораторию. Так, поместить образцы на стойку. На какую стойку? На какую стоечку? Ладно, где-то, наверное, здесь. Ну что, теперь загрузим устройство. Так, а на какую стоечку надо их вместить? Ага, вот они. Так, я помещаю пробирки. Хорошо, давай. Раз, два. Берем. Погоди, заметки. N. Что нужно? Ш.
6, да? 6 миллилитров. Так, подать запрос на определение доступа. Время 10 минут. 75, образец 6 миллилитров. Хорошо. Пять. Окей, давай 5. Все. Теперь следующее. Угу. Десяточка. И еще 5. Так, установите пипетку на 15. Хорошо, отлично. Я так и не понимаю, конечно, что я делаю. Все. Так, поместить это в образец устройства. F-ка. Посмотрим, что тут у нас. Результат показал, что незадолго до смерти Пыш потреблял алкоголь. Однако в таких количествах он не мог вызвать отравление, которое повело бы к смерти. Только легкое опьянение. Окей. Пора вернуться к телу для изучения. Хорошо, значит, все-таки не от синьки она откисла. Так, результаты исследования алкоголя. Отравление не показал. При этом нельзя забывать, что алкоголь влияет на функциональные всех систем организма. На функцию и функциональность. Ладно, продолжим вскрытием. Так, сразу вычеркиваем алкоголь. Так, теперь мне снова нужен шприц. Ага, нужен шприц и взять из печени, да, получается? Из сердца и из печени. Так, это достаточно. Проведу анализ позже. Сейчас, пожалуй, стоит испытывать удачу, запустить центрифугу. Извлекаю печень. Окей, давай. Ну, вроде нормально. Поражение отсутствует, однако на вид она слегка увеличена. Следы легкого воспаления, возможно, вызваны приемом лекарств. Не стоит исключать и накопительный эффект. Давайте извесим орган. Давай. Так, извесить орган и отнести на разделочную доску. Вес составляет 1,3 кг. Печень действительно увеличена. Так, займемся разрезанием, да? Так, лезвие скользит гладко. Не вижу никаких изменений в структуре. Так, главное до стенок не касаться. Так, признаки стеатоза или цирроза отсутствуют. Никаких внутренних патологий. Прям как фуа-гра, да? Так, продолжить проведение вскрытия, ладно. Так, пройдем к сердцу. Блин, кто мне скажет, что за отверстие вот это вот сердце? Что это такое? А ну, врачи, напишите мне. Ого. Налицо признаки инфаркта.
Вероятно, инфаркт от естественных причин. В такой новом возрасте довольно редкий, да? Печень увеличена из-за алкогольного отравления, а сердце признаки коллапса. Нужно отправить кровь в центрифугу и проверить ее на барбитураты. Так, несколько лет назад у меня был похожий случай отравления, да? Он принял лекарство и забыл об этом. И принял еще одно. Так, отлично. Так, установить нужные параметры и запустить центрифугу. А у нас есть тут? Это оно, правильно понимаю? 35 минут, 25%. 35 минут, 25%. Так, ну. А где? Вот. 35 минут, 25%. Так, 20, 25. Все, правильно? Или нет? Походу нет. Так, время 35 минут, скорость 20%, образец 3 мл. Так, лаборатория, это не то. 10 минут, 85%. 10 минут, 85%. Сейчас посмотрим. Так, 10 минут, 85%. Так, закрываем центрифугу и молимся, чтобы опять ничего не произошло. Ну? Правильно, 10 минут, 85%. Не? Да твою ж. Ну, вот 10. 25. Или нет, или кто? Так, оценка степени тяжести отравления легких газом. Так, это не то. Хорошо, 15 минут 70. 15 минут 70. Сейчас проверим. Так, 15.70. А ну? Нет. Угу, 10 минут 75. Это ты кто? Вот. Барбитуратов в тканях. 10 минут 75%. Ну, правильно, 10 минут 75. Хорошо. Так, 75, 10 минут, вот. Угу, моя старая верная центрифуга. Сейчас, наверное, опять выбью, да? Так, что ж, кажется, удача нам улыбается. Так, забрать, забрать. Так, нужно передать на анализы. Хорошо, пойдите, пошлите. Интересно, как она смогла раздобыть такие вещества? Окей, нам понадобится два образца. 6 мл каждый. Окей, давай. 6 так 6. Интересно, их вообще не моют, да, потом? Ну? Все.
большая сессия. Давай тут. Ага, объем на 12, окей. Все, поехали. И сейчас управление не все так удобно. Все, хватит. Что ж, давай узнаем концентрацию веществ. Угу. Ничего удивительного. Значительное количество метаболитов скопилось. Похоже, придется проверить содержимое желудка погибшей. Так, анализ показал высокое содержание барбитуратов в образце крови. Достаточно для чего-то там. Так, перед тем что-то надо наложить на него, да? Это не то, пила. Тщательно изучите орган. Хорошо. Ладно. Так, вырезай орган, который мы потом будем препарировать. Пошли препарировать. Так, обычно в желудке, кишечнике можно найти много интересного. Ладно, давай. Будем аккуратненько опять двигаться, чтоб она сейчас тут не забрызгала. Еще чуть-чуть и тихо. Вот так. Так, не в нашем случае. Здесь у нас остатки непереваренной пищи и густая масса из таблеток. Едва ли она приняла такую дозу случайно. Так, продолжить проведение вскрытия. Ага, ляс, что мы в желудке нашли, сколько таблеток. Так, количество принятых таблеток позволяет предположить. Что-то там предположить. Ладно. Легкие нормы. Поражение отсутствует. Верно, жертва курила, но вряд ли сильно повредил ее здоровье. Желудок погибших также в норме. Нет патологических изменений. Трахея в порядке. Проходимость в норме. Следы пищи и жидкости отсутствуют. Брюшную полость проверили. Можно проверить мозг ее. Давай, достаем пилу. Вот пила. Так, я делал надрез, чтобы снять крышку. Так, достаем. Мозг в норме, никаких очевидных поражений. Ну что, пересмотрим его на доске, да? А кто говорил, что если ниточку обрезать, то ушки упадут в девушку? Давай посмотрим, есть ли там ниточка. Ага, ниточки нету. Походу, мы ее разрезали. Слышь, а что-то нам таблетки, не нужно принять таблетки. Это нам плоховасенько как-то. Так, выпиваем. Опять же, руки не моем правильно. О. Хорошо. Пошли обратно. Так, я кратно разрезаю мозговую ткань ножом. Продвигаюсь немного глубже. Так, здесь ничего примечательного нет, а.
Как и предполагалось, мозг погибший в прекрасном состоянии. Никаких изменений цвета или структуры, вызванных... Вопрос отметен на шее. Так. Очки были в ящике стола. Но еще раз спасибо, что так быстро зачитываешь, Элис. Пила. Мне нужна пила. Куда она подевалась, мать ее? А, вспомнил. Я ее почистил и в подвал отнес. Серьезно, нам в подвал надо идти? Так, спросить Ридли, и где ключ от подвала, да? А Ридли вроде занят. Или он там с чужими должен сражаться. Мистер Ридли, мне нужен ключ от подвала. Он в комнате отдыха. А где лежит? Все понял, спасибо. Эй, слыхали про конвой? Может, и вам выпадет шанс вспомнить былую славу и снова поймать кровавого Пита? Будем надеяться. Что же типа произойдет, не произойдет. Так, а вот и ключик. Так, где у нас подвал находится? Так, это эксит, это эксит. Так, надо же было этому конвою ляпаться. Дыши, Джек, дыши. Глубокий вдох. Вздох и выдох. Так, давайте зайдем в подвал. Мы заберем пилу. Ну? Просто взять пилу. Да, согласен. Давай. Заберем пилу, и можно, в принципе, думаю, серию заканчивать. Когда его уже сделает чертов люк. Эх. Когда-нибудь. Так, сделай несколько глубоких вдохов. Что такое? Так, было проще, если бы я все убирал на свои места. Так, закончите осмотр позвоночника. Хорошо. Сраные студенты со своими сраными пособиями. Блин, чувак, ну ты сам виноват, мог бы и не записывать бы. Кстати, как вам игрулька? Делаем эту финальную серию. В принципе, дальше не проходим или... Посмотрим, что нас в конце ждет. Просто если каждый... Акт будет вот это вот расчлененка, в принципе, мне не очень прикольно. Так, не то. Угу. Так, мы видим, он не поврежден. Это означает, что несмотря на отметину на шее, не оказалось ни один нулями. Дамы и господа, мы почти закончили. Теперь нужно подвести итоги и привести тело в холодильник. Так, продолжить проведение вскрытия. Так, сердечный приступ. Так, передозировка. Исследование тела позволяет предположить, что передозировка была намеренной.
Так, вмешательство третьих лиц стоит исключить. Так, происшествие, естественно, вот. Ага, подпись. Ставим подпись. Чук-чук-чук-чук-шук-шук-шук. Вот у меня точно такая же самая подпись в реальной жизни, ребят. Так что. Так что давайте дальше смотреть. Так, закрыть тело, да, нужно? Угу. Хотя, в принципе, она вся пустая, что там закрывать. Так, в домашних условиях они обеспечили спокойствие и комфорт. С помощью иголки. А, зашить. Ну да. Сейчас мы давайте зашьем по Шурику. Что ж, на сегодня мы закончили. Спасибо за внимание. Так, переместить тело в холодильную камеру, закрыть ее. Устал сегодня. Стоит перекусить что-нибудь по дороге. Перчатки в мусорку, фартух в стирку. Можно идти. Так, забыл выключить камеру. Ну? Ага, отправиться на парковку, сесть в машину. Ладно, давайте выключаем все. Все, что здесь можно выключить. Перчатки мы выкинули, да? Давай. Фартух отдали в стирку. Хорош, пошли. Все, нужно за собой закрывать. Так, стаканчик на ночь будет не лишним. Давай, наверное, таблеточки примем, да, на всякий пожарный. Все, мы пошли домой. Ладно, Рипли, удачи тебе с чужими. Ладно. Виски со льдом после работы, это прекрасно. Так холодно, стоило захватить с собой куртку. Когда здесь так тихо, становится жутковато. Уже почти. Стив сказал, что не придет ко мне сегодня. Придется мне пить виски и смотреть телевизор. Я забыл маффин. Нашли ли сегодня поужинать, да? Так, еще один этаж, все, мы дома. What? Что? Что за? Какого черта? But I... Но ведь я... Я запирал ее. Точно запирал, я уверен в этом.